Так, то здесь тоже в этом уравнении, если есть скобки, мы их сначала раскроем. То есть это, в принципе, обычная, ну, вроде как линейная, но хотя тут на первый взгляд, да? Ну, делаем так, раскрываем скобки, если есть. Значит, обрати внимание, тоже я, по сути, вот здесь одночлен умножаю сейчас на одночлен. Вот, одночлен состоит из трех частей. Знак, число, буква. Поэтому я так и буду умножать. Знак, число, буква. Плюс на плюс, плюс. 2 на 3, 6. Да? X на x, x в квадрате. Да? Дальше. Плюс 2x на минус 4. Плюс на минус, минус. 2 на 4, 8. X, и x просто, да? Все. Дальше опять 4х на 2х. 4 на 2, ну, знак тут плюс. 4 на 2, 8. Х на х, это х в квадрате. Дальше 4х на плюс 5. Знак плюс. 4 на 5, 20. Буква х. И здесь остается опять минус 2х на х. Знак минус. Число двойка, x на x, x в квадрате. Минус 2x на минус 1, минус на минус плюс, 2 на 1, 2 и буква x. Одна денешенька. Все, первый шаг, раскрыл скобки. Понятно, да, первый шаг? Второй шаг. С x-ами влево, да, без x-ов вправо. Ну, я думаю, что это линейное уравнение. Почему-то мне кажется. Но мы пока квадратные в седьмом классе не умеем решать, поэтому мы действуем по принципу линейным. С x-ами влево, без x-ов вправо. Так, с x-ами у меня что тут? 6x в квадрате. Минус 8x. Вот этот я уже переношу. Минус 8x в квадрат, поэтому знак меняет. И вот это тоже переношу. А, еще 20х минус 20х плюс 2х в квадрате и плюс 2х. А тут, по-моему, все с х-ами, да? А, тройка одна. Вот одна тройка только без х-ов, видишь? Только одна тройка. Значит, равно тройку переношу минус 3. Так, как перенес, понятно, да? Теперь смотри, значит, раскрыл скобки, перенес, далее. Теперь надо сложить, но тут так получилось, что буквенные части есть разные, то есть не все просто иксы, а есть с иксы квадратами, мы их сложим особо, вот их, да? Но если их посчитать вместе, они 0 дадут, 6х квадрат. И 2х в квадрате 8, и 8 минус 8 0. Поэтому они уходят. Можно даже их вот так вот вычеркнуть, в принципе. Они 0 дают, видишь? А вот эти надо с х-ами сложить тоже особо между собой. И что получается? Получается... Минус 8, минус 20, минус 28, минус 28, плюс 2. Знак будет минус, знаки разные вычитаем. 28 минус 2, 26. Х, да? Я могу вот здесь вот снизу написать минус 28x, чтобы мне не забыть, да, вот минус 8, минус 20, минус 28. И потом с плюс 2 я складываю. Итого минус 26x, а справа что-то минус тройка, больше ничего там нет. Сложили. Понятно, как сложили? И осталось правое поделить на левое. То есть x равно минус 3 делить на минус 26. Я сразу дробью пишу. 2 минуса это плюс при делении. Ну, 3 26. По-моему, тут ничего не сократится. 26, по-моему, на 3 не делится. Вот ответ. Так, все понятно?